улучшить физическую форму и экологические знания можно в первом образовательном экоцентре Подмосковья, который открылся на базе Щелковской юношеской библиотеки на Талсинской 4А. Вот таким нехитрым образом добрые крышечки можно превратить в полезные предметы обихода. Щелковская юношеская библиотека уже давно причастна к экологии. Здесь установлены контейнеры для сбора крышечек и макулатуры. Практически 2 года, как мы, значит, собираем раздельный мусор. В силу своих возможностей всегда проводим экологические уроки, какие-то мастер-классы. То есть работа велась уже давно. Поэтому открытие экоцентра для нас, наверное, это вот, ну, какая-то точка притяжения, и все срослось. В открытии экоцентра «Добрый пластик» приняли участие представители Всероссийского общества охраны природы, движения первых, «Хартия», депутаты Московской областной думы и представители местных исполнительных органов власти, местное экологическое сообщество «Среда роста» и другие партнеры. Что касается процесса практического воспитания подрастающего поколения, то Щелково первой Московской области. Вот такого характера, где своими руками дети что-то изготавливают из вторсырья. Но самое главное, они уже знают, как это делать, как сортировать. Я думаю, что у детей будет откладываться в памяти, что нужно, что такое есть, что нужно так делать. Это вот как раз воспитание с детского сада, со школы. И мы этот опыт постараемся сейчас масштабировать по всей области. Теперь в Щелково можно не только сдать вторсырье, но и попробовать переработать его самим, измельчить с помощью велошреддера и сделать сувенир, почитать экологическую литературу, поиграть в интерактивные игры и узнать, как правильно сортировать отходы. Открытие экологического образовательного центра «Добрый пластик» фонда помощи «География добра», реализованного благодаря фонду президентских грантов Московской областной думе и поддержке администрации округа, даст жителям города уникальную возможность познакомиться с прогрессивными методами обращения с бытовыми отходами и принять активное участие в охране и восстановлении окружающей среды и, конечно, помочь подопечным фонда. Есть центры, куда просто пункты вторсырья, куда люди могут прийти и сдать вторсырье. Есть отдельные территории, куда люди просто приходят для обучения. Мы решили эти два понятия объединить, сделать экоцентр именно образовательно-экологического формата. То есть сюда может любой человек прийти и сдать вторсырье, и он будет знать, что все деньги после переработки пойдут на лечение подопечных фонда «География добра», а именно обязательно это будет ребенок из городского округа Щелково. Проект «Добрый пластик» появился в городском округе Щелково в ноябре 2021 года. На данный момент в проекте принимают участие около 30 школ. За все время реализации проекта было собрано более 15 тонн вторсырья. 11 детей из Московской области получили помощь, 3 из Щелково. Сейчас в округе идет новый сбор, который открыл благотворительный фонд «География добра» в помощь нашей землячке Ксении, ученице Щелковской школы номер 5 для обучающихся с ОВЗ. Чтобы помочь Ксюше, отправьте смс на номер 8903 со словом «Помоги 500», где 500 – любая сумма помощи. Обратите внимание, что важно подтвердить платеж. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.